Приувнешторгбанк – финансовая организация с весьма интересным названием. Получила она его, потому что была открыта в регионе, где протекает река Ака. Приокский, сокращенно ПРИО, Приувнешторгбанк начал работу более 30 лет назад в городе Рязань, однако в последние несколько лет активно развивается на территории Московской области. Также имеет офисы в Москве и Воронеже, закрепив репутацию надежного банка среди клиентов. Теперь офис Приобанка есть и в Щелкове. Открылся он по адресу Пролетарский проспект, 1-1А. Уже очень хорошая клиентская база мы имеем как в Щелково, так и в других подмосковных городах, и планируем эту работу продолжать и развивать впоследствии. Те возможности, которые мы видим в Щелково, они действительно очень значимы. Город с сильной индустриальной базой, хорошо развивается, много бизнеса, который может воспользоваться нашими услугами. Поэтому перспективы развития именно здесь оценим как очень высокие. Точка опоры для предпринимателей крайне важна, особенно в непростых экономических условиях. Приувнешторгбанк предлагает выгодные условия сотрудничества и универсальный набор услуг, как представителям бизнеса, так и физическим лицам. Для физических лиц мы, с своей стороны, кроме обычных стандартных продуктов, как вклады и кредиты, можем предоставить аренду индивидуальных банковских сейфов. У нас всегда самый выгодный валютный курс, и мы принимаем и выдаем переводы. Для юридических лиц у нас полный спектр банковских услуг. Мы осуществляем кредитование абсолютно всех сегментов бизнеса, начиная от микробизнеса и заканчивая крупным бизнесом. Индивидуальный и профессиональный подход в обслуживании, возможность оперативно решить вопросы, то, что ценят клиенты банка. К слову, в новом офисе они уже есть. Еще до момента открытия отделения в Щелкове ряд предпринимателей заключили договоры с Приобанком. Работа с Приувнешторгбанком началась достаточно серьезно. Действительно, у нас большой кредитный портфель в Приувнешторгбанке. А основанием для начала этой плодотворной работы является абсолютный профессионализм людей, которые возглавляют это отделение. Очень конкурентоспособные условия, которые они предлагают. Быстрое оперативное реагирование на все наши запросы. Важно отметить и то, что команда нового офиса Приобанка хорошо знакома щелковским предпринимателям и жителям региона на протяжении нескольких десятилетий. Сотрудники перешли в новую финансовую организацию после закрытия в городе отделения Банка Возрождения. Команда абсолютно понимает все запросы, которые есть у города, все запросы, которые есть у бизнеса и у наших клиентов. И со своей стороны готова максимально удовлетворять эти запросы. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.